Привет всем ютубовским копателям. Сегодня новый день, и я иду копать. Поэтому все вставайте с дивана, берите лопаты и приборы и быстро в путь. Нечего дома сидеть. Сегодня я иду на пробивку одного места, где, возможно, лежат кольцевые пятаки. Сейчас я туда приду и на месте там уже все расскажем, что да как. Ну что ж, мы добрались до места копа. Это огород старый. Вот фундаменты остались. Сейчас будем искать. Ну и по традиции земляному деду конфеты и ходячку. Мы тебе, дед, конфеты, а ты нам давай монеты. Все. Сейчас находки посмотрим. Ищем. Ребята, вы сейчас охуеете, что я нашел, блядь. Сука, пятак нахуй. Пятак, блядь. Неужели я его нашел? Пятачок, блядь, сука, нашел. Две монеты уже. Как пришел на этот огород. Ладно, ищем дальше. У нас находочка. Вот она. Вся окисленная. Не узнать, что за монета. Ищем дальше. У нас очередной кокалик выскочил. Очень в плачевном состоянии. Глубоко лежал. Ну что ж, ищем дальше. Не успел далеко отойти. Новая находочка. Это у нас полушка. Полушка. В хорошем сохране. 86-й год. Полушка Екатерина. Ништяк, хороший сохранчик. Выкопал сигнал очередной. Вот здесь лежит что-то. Вот выкопал. Вот крестик. Первый крестик в этом сезоне. Крестик. Хорошая находка. Сделал пару взмахов катушкой, и у меня снова сигнальчик. Вот лежит в комочке, еще ее никто не трогал. Сейчас будем открывать маленькую историю. Что за монетка у нас? Это тут. А монетка у нас Сибирь. Да еще в хорошем сохране. Копеечка. Ух ты, какие соболя. Тут не видно, конечно. Копеечка. Вот она. 1777 год. Копейка. Вообще сохран. Ищем дальше. Снова нас огород порадовал монеткой. На этот раз что за монетка? Что за монета? Екатерина. Вот она. Екатерина. У нас очередной сигнал. Вот в этой кучке. Где-то в этой кучке. Что-то нету. Ну-ка. Тут. Вот в кулаке. Ну, нигде. Я же взял ее.
А, вот она. Вот она. К сожалению, не могу сказать, что, но примерно деньга. Примерно деньга. Нашел вот глазами советик. Лежит. 20 копеек. 20 копеек. 56-й год. 20 копеечек. Монетка у нас выпала. Вот такая вот монетка. Это, скорее всего, копейка Екатерины. Да, это копейка. Вот Е просматривается. 89-й год. 89-й год, копейка. У нас снова находка. Сейчас будем смотреть, что за монета. Вот она такая лежит. Еще и никто не трогал. Опс. Калик. Деньга, скорее всего. Ну да, деньга. Просматривается силуэт. Первая находка. С почином. Ищем дальше. Тем временем у нас неожиданная находочка выпала из этой ямочки. Отверил камушек. Сигнал был такой неустойчивый. И вот у нас выпала монетка. Монетка маленькая. И похожа она на... Непонятно на что похожа. Николаевска. Николай. Николай второй. Одна, вторая. По-моему, покажем. Ну что, ребят, на улице начался дождь. Но настоящего кладоискателя даже дождь не остановит. Поэтому я копаю. И у меня сигнальчик. Показываю, значит, вам место, где ищу. Здесь были старые огороды. Сейчас совсем территория и местность поменялась. Дороги идут, дома новые построены. Но здесь был старый огород и дом стоял. Вон там на углу. Возле березы. Это место я ходил уже 1000 раз. Вон там, буквально 50 метров. Я нашел там, значит, пятак, который показывал в предыдущих видео. А сейчас у меня вот глубинный сигнальчик выкопал. Земля мокрая, хорошо. И вот в этой кучке лежит что-то непонятное. Давайте вместе искать. Опс. Вот что это. Ну ешкин кот. Так глубоко лежало. Ну что ж, бывает огорчение. Ищем дальше. Дождь все идет. А у нас тем временем сигнальчик. Монетку уже увидел. Вот она. Это одна. Так, сейчас по-моему я траву. Это у нас, сейчас скажем, что за монета. Капец, грязь. Это у нас, короче, одна, вторая. Точнее, одна четвертая. Нет, одна четвертая. Одна четвертая серебром. Зараза, дождь идет. Ничего. Вроде там просвет. Небеса нам помогут найти хороших монет. Выпала у нас пуговка. Пуговка, скорее всего, от какой-нибудь шубы. Или еще от чего-нибудь. Пуговка старая. Вот. Хотел копать, немножко траву разгреб, а монетка-то и лежит. Монетку, к сожалению, я сейчас не опознаю. Ее надо мыть. Даже вообще не просматривается, что за номинал.
Ну, примерно похоже на 2 копейки масонские. Не знаю, посмотрим. Ну что ж, ребят, я перешел на новое место. Там с находками что-то у меня не очень было. И я пришел вот на такое место. Это пустырь. Здесь раньше стояли дома, все. Вот здесь стоял дом. Вот тут стоял дом. Здесь до сих пор фундамент остались. Там дом. И туда вот так до самого дома здесь стояли все дома. Дома старые, по рассказам бабушки. То есть они давно уже тут стоят. Сейчас, к сожалению, их все уже разобрали, остались только фундаменты. Здесь на этом месте мы были, монет нормально здесь накопали. Решил сегодня прийти с новым прибором, до этого с Гарретом ходили. И сегодня я решил вот все-таки это место еще раз пробить. Все-таки глубина побольше у сафарика. И в целом функционал получше. Ну что ж, сегодня покопаем, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ждем находок. Так, у нас сигнальчик очередной. Глубинный, зараза. Но я его выкопал. Вот она, монетка лежит. Я ее беру. И что же это у нас? Я сквозь здесь грязь вижу, что это копейка. Копейка Павла. Красавец. Смотрите. Пой проявляется. Вот она. Красав. Красавская. Одна копейка. Сохран. Сохран, ребята. 1800 год. Павлуша. Первый мой Павел в этом году. В этом сезоне. Вообще прям глубоко, зараза, лежала. Сафарик берите, вообще охеренный прибор. Так, у нас сигнальчик. Значит, в этом комочке. Сейчас мы проверим. Вот здесь сигнал, если вы слышите. В наушниках. Смотрим. Оп. Вот она. Вот она. Что за монета такая? Не знаю даже. Расплющенная вся какая-то. Непонятная. Ну что за невезение, блядь. Ладно. Ищем дальше. Ну вот и подошли к концу выходные. Подведем итоги, что нам удалось накопать. А накопать нам удалось следующее. Значит, кучка шмурдяка всякого. Наперстки, пуговки. Пломба вот даже одна, где-то небольшая. Вот она, пломбочка. Значит, какалики. 4, даже 6, 6 какаликов. 7 даже, вот 7 какаликов. Самый главный. Пятак екатерининский. Правда, маленько окисленный. 1791 год. Пятачок. Давно его искал. Павловская копейка. Сибирская копейка. 1772 год. Две деньги Екатерины. Две деньги Екатерины. Оба 92 года. Копейка Александровская. 1819 год. Советик. Пуговки тут всякие разные. Две копейки сибирские. Тоже сохран плачевный. Полушка Екатерины. 86 год. Еще один советик. Три креста. Три крестика вот таких вот тут удалось откопать. Один он сломанный. Лепесток женский. Баба картошку, походу, полола и сломала его.
В общей сложности удалось найти 33 монеты. 33 монеты и 2 совета. 3 крестика. Не считаешь, Бурдюк? Ну что ж, вот такие были выходные. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки обязательно. Комментируйте. Всем удачи. Всем хороших находок под катушку.